почему-то ошибочно считают, что если Infiniti принадлежит Nissan, и это считается как бы люксовое подразделение Nissan, то и все машины сделаны на базе обычных автомобилей Nissan, как, например, Toyota, да, вот Lexus весь сделан практически на базе существующих Toyota. Например, там GX сделан на базе Toyota Land Cruiser Prado и так далее. А у Infiniti это не так. Под бренд Infiniti у Nissan была разработана отдельная платформа. Все автомобили Infiniti, кроме QX56, это абсолютно оригинальные модели. Они не имеют ничего общего с автомобилями Nissan. Ну да, многие запчасти взаимозаменяемы, но платформа, сам автомобиль другой, совершенно другой. Этот автомобиль построен на платформе FM, а с ним еще вместе на этой платформе стоит FX35. И мне очень нравится именно конкретно этот автомобиль с точки зрения техники, с точки зрения того, как они это сделали. Здесь обычный, честный, атмосферный V6 на 280 лошадиных сил. Здесь обычный гидромеханический автомат. Здесь нету суперзамороченной турбины. Здесь нет всякого хитроумного впрыска. Здесь нету всех тех вещей, которые к 100 тысячам километров у вас будут гарантированно ломаться и доставлять вам большие неприятности. Здесь все очень просто, и мне это нравится. И вот, несмотря на то, что я всегда говорю, что у японцев у них есть проблемы с материалами отделки салона, с тем, что у них вообще в салоне происходит, с опциями и так далее, здесь я такого сказать вообще не могу. Здесь у нас очень классная кожа, здесь куча опций, здесь есть вентиляция сидений, есть аудиосистема Bose, круиз-контроль, навигация. Навигация, правда, не работает, мне нужно карту загрузить, но сам факт, что она есть. А здесь даже есть DVD в потолке. То есть, ну, как бы, вот машина нафраширована максимально, все, что вам может понадобиться, здесь все есть. Для японского автомобиля здесь очень крутая шумоизоляция, реально на уровне немецкого. Вот мы сейчас едем по трассе, и единственное, что я слышу, это мотор. Но потому что он сейчас работает на 3500 оборотов. А так у нас, ну, от зеркал еще есть небольшой призвук, но по сравнению с остальными японскими автомобилями здесь очень тихо в салоне. Автомобиля не происходит ничего вообще. Если не было никакого кривого кустарного ремонта, то все с ним будет хорошо. Здесь у нас, например, покрашена только одна кузовная деталь, это вот это заднее крыло. Оно покрашено нормально, и никаких проблем здесь нет. Здесь нет ни шпаклевки, ничего, общий слой около 200, поэтому и проблем никаких не вызывает. Есть небольшие сколы, есть царапины, но опять же, если даже вы повреждаете краску до металла, то ржаветь металл под этим не должен. Кузов обработан хорошо. Хром тоже. Здесь он немножко облез, но здесь он облез больше от сколов, чем от времени. И для 7 лет в Москве он выглядит очень хорошо. Он не оплубляется, ничего с ним не происходит. Он помутнел чуток. Но опять же, как в принципе, как и весь лак на автомобиле. То есть, если это все дело полирнуть, и если за хромом правильно ухаживать, то с ним тоже никаких проблем не будет. Единственное, о чем стоит беспокоиться, это пороги и днище, потому что машина реально низкая. Особенно в полноприводной версии. Полный привод съедает лишних 2 сантиметра клиренса. Несмотря на то, что это японский автомобиль, к нему вообще нету никаких вопросов. И вот ни материала, ни идеи. Они вот тут все сделали классно. Здесь даже дерево вот это настоящее. Не в пример немцев, потому что у немцев часто бывает вот что-то, какая-то отделка под дерево. Выглядит хорошо, как настоящая деревяшка, но на самом деле является пластмассинкой. А вот это все, это настоящее дерево. И вот когда ты едешь по трассе, эти автомобили тут сделаны для американского рынка, в первую очередь. А там-то у них они в основном-то ездят на длинные расстояния всегда, и трасса для них это самое. Ну, у них почему все машины такие валки и неуправляемые? Просто потому, что у них весь пробег по трассе. И самое главное, чтобы автомобиль был комфортным просто. И вот здесь он, да, он такой комфортный, приятный. Но при этом я бы не сказал, что она какая-то валка и неуправляемая. Я не скажу, что она жесткая, она мягкая, она совершенно приятная. Когда у тебя нет настроения куда-то как-то жечь, отжигать, то ты можешь спокойно расслабиться и спокойно ехать и обтекать.
Я на этом автомобиле ездил практически неделю, и по Москве, и по трассе, и за один день на 600 километров я ездил. И вообще никакой усталости от автомобиля не было. То есть спокойно в машину садишься, 600 километров проехал. Да, физическая усталость есть от того, что 600 километров за рулем. Но вот можно спокойно сесть и еще 600 проехать, грубо говоря. Ни спина не болит, все, ты сидишь удобно, все классно, все под рукой. Под капотом здесь у нас V6, атмосферный мотор, абсолютно простой, 280 лошадей. Единственное, что плохо, это налог. Все, больше никаких минусов в этом моторе нет. И то налог, это наше законодательство, в других странах-то этого всего нет. И вот мне нравятся такие простые, атмосферные, мощные моторы. Тем, что он неубиваемый. И вот серьезно, 300 тысяч – это вообще без проблем. При нормальном обслуживании, при нормальном содержании, если вы внимательно за машиной смотрите, 300-400 тысяч – без проблем. А даже если вдруг потом случается капиталка, то там просто меняются гильзы, которые там вот так уже есть в этом блоке. И в зависимости от того, насколько вам, конечно, хорошо все это сделают, еще 200-300 тысяч тоже без проблем. Автомат обычный, шестиступенчатый, гидромеханический. Он же ставится еще на FX. И если у человека получится убить его там за 100-150 тысяч, то он прям в этом специалист. Потому что по сервисной истории большинство автоматов начинают умирать где-то уже к 250 тысячам. Опять же, все зависит от того, как вы меняете масло, как вы ездите. Но из-за того, что машина мощная, она реально при желании может ехать быстро, люди на ней спокойно очень редко ездят. И вот нужно следить. Когда вы выбираете автомобиль, нужно правильно смотреть все, что как с коробкой, потому что по ремонту она будет дорогой, да, за ремонт вы отдадите где-то 150-200 тысяч, если она навернется. Несмотря на то, что, да, вроде бы автомобиль сделан под американский рынок, вот их овощную езду, он с обычным автоматом, обычный атмосферный мотор, ты нажимаешь, и это просто кайф. Серьезно, она разгоняется очень круто и с очень классным звуком. Звук — это вообще отдельная тема. Звук атмосферного мотора никогда ни с чем не перепутаешь, особенно большого, вот V6 либо V8. V8, конечно, звучит круче, я не спорю, но V6 тоже сочный. Мне на самом деле звук V6 нравится намного больше, чем вот BMW-шные рядные шестерки, например. Все говорят, что вот рядная шестерка, она звучит очень клево. Мне больше нравится V6. Вот. Он какой-то более злой. Рядные моторы, они какие-то все высокие, у них звук высокий. И он такой, я не знаю, как это объяснить, но он такой не писклявый, не визгливый, но он такой, он высокий. А здесь ты чувствуешь низ. На V8, конечно же, да, там он более низко булькает и бурчит, но он V6 тоже молодец. Вообще без проблем. Но, когда тебе нужно тормозить, есть проблема. Тормоза – говно. Серьезно, вот что у M-ок, что у FX-ов, одна и та же общая проблема. Стандартные тормоза вообще не держат эти автомобили. Поменять диски на 20 тысячах пробега вообще не вопрос, если вы активно ездите. Они просто маленькие, они не рассчитаны под эту машину. И есть решение, можно поставить просто тормозную систему от FX50. Там тормоза больше, они спокойно выдерживают вес автомобиля, спокойно выдерживают мощность, спокойно тормозят. По салону, вот здесь у нас реальных 100 тысяч пробега, и вот посмотрите на руль, посмотрите на сиденье. Руль, он просто начал блестеть, и все, и у него вот есть вот пара повреждений небольших. И немного затерся валик, но при этом он никак не провалился, он до сих пор набитый, и все с ним хорошо. То есть само сиденье, вот это все никуда проваливаться не должно, все с ним должно быть вот. На 100 тысячах здесь не должно быть еще никакого износа. Рычаг КПП то же самое. Все то же самое касается и черного салона. Если вы приезжаете и рули, торцы вот эти все уже вытерты, тут где все это вытерто, сиденье высижено уже, то тут ни о каких 100 тысячах речи не идет. Эти машины повально со скрученным пробегом, так как на них мало не ездят. На них ездят много. Так вообще вот конкретно в этом автомобиле, вот кроме водительского сидения, даже по салону износа-то никакого нет. Вот пассажирская, ну, как новая. Тут все ручки тоже, все как новое. Здесь никакие ручки не заношены, ничего с ними не произошло. Вот примерно представляете, если вы хотите купить такой автомобиль и пойдете искать.
на вторичный рынок, то просто посмотрите, какие там салоны, вот какие автомобили выставлены, как у них выглядит салон. И вы поймете, все очень, что очень все весело, на самом деле. На самом деле, кроме таких вот веселых, положительных эмоций, есть еще такое грустное осознание, что через лет 5-10 таких автомобилей не останется совсем. Ну, их просто не будет. Все, у нас теперь турбомоторы, непосредственные впрыски, малые объемы, роботизированные коробки. Все, чтобы снизить потребление топлива. Все это ненадежное, все это ломается, все это нормально не ходит. Грустно от этого. Буквально еще пара поколений, и я думаю, что японцы тоже сдадутся, и у них тоже все моторы будут уже турбированы. Все же ждали, что Toyota сдастся последней, точнее, что Toyota вообще не сдастся, и так и будет делать, там, допустим, простые атмосферные моторы, но все. Lexus начал ставить себе турбины. Потихонечку, помаленечку. Но против норм-то не попрешь. То есть с атмосферными моторами невозможно будет выполнить норму Евро-7, которая уже разработана и скоро будет принята, например. Это очень-очень грустно, на самом деле. Что вот эти автомобили, они последние. И эти вот современные одноразовые автомобили, которые сделаны для того, чтобы вы купили новый автомобиль, отъездили гарантию. Пока вы ездите в эту гарантию, вы еще привозите деньги дилеру за ТОшки. А потом, после того, как гарантия кончается, автомобиль должен быть в таком состоянии, что человек его уже следующий не купит просто потому, что его содержать уже просто стоит неподъемно. Там нужно менять коробки, там нужно менять двигатели. И проще автомобиль просто выкинуть и купить другой. А эти ездят и будут ездить еще долго. И очень весело при этом. В принципе, в итоге, если вы хотите купить такой автомобиль, то это решение правильное. Я всецело его поддерживаю. Единственный вопрос в том, чтобы найти нормальный, достойный экземпляр. Если вы найдете машину из-под настоящего собственника с нормальным пробегом, за который нормально следили, все делали вовремя, то все с ней будет хорошо, вы на ней проедете еще долго. И потом также продадите ее без особых проблем. На этом все. Спасибо, что смотрели. И увидимся.